Письмо. Ошиблись адресом. Дом на соседней улице. Марин. Я сейчас тебя нагоню. У меня письмо на ваш адрес. Ни к чему оно мне. Я ж тебе сказала, иди, я тебя догоню. Я уже был там. Вы отнесете конверт по адресу. И не вздумайте открывать письмо. А мы аккуратно. Ты прячешь грех в душе. Душа. У тебя она есть, а ты ее не знаешь? Откуда же знать мне? У меня ее нет. Проклятие ведь не просто так дается. Я взял письмо, да и открыл. Доставь письмо! Я не возьму его! Прости! Скажи, чтоб меня отпустили!